И всем привет, наши хорошие, с вами, как всегда, GG Family, каналчик и Катя и Максим. И вот у нас игрушка, Катя скажет, как она называется, я постоянно забываю. Всем привет, насколько помню, это Warhammer Vermintide 2. Да-да-да, точно, Vermintide 2. Как я сказал вчера, да, Vermicelli 2, пойдемте мочить всех в толчке. Чего этот гном на меня так смотрит? Ну, нравишься ты ему. Что тут вообще делать-то? Ну, пока идем. В какой-то лесочек мы пришли. Локейт какой-то. Локейт. Так, вон, вижу крыс уже, вот они. Сволота. Ну-ка, лук попробую. Давай. О, ничего ты их мочишь. Четко. Да, я играю за лучницу, потому что я обожаю за лучниц играть. Мне это почему-то нравится. У них геймплей поинтереснее. Им просто мечом махать. Так, ну, ух ты ж, блядь. Не вижу. А, вижу. Бля, ну у меня четкий меч, кстати, тоже. Куда идти? Я не... Как понимаю, просто вниз пока спускаемся. Так, а где вообще стрелы там, подожди, искать? Блядь, хейл... О! Ой, бля! Что такое? Я ульту случайно прожала. Да, ну ничего страшного, накопится. Я стрелу нашла. Да, ну тут их нормально можно. Так, помощь нужна, помощь. Ой. Все, убили его, так, отлично, спасибо. Так, да, я в него стрельнула. Не, он просто хватает и... Ху-ху, мясо началось. Не, классная игрушка, Кать, надо обязательно потом в первую часть поиграть. Ну да, и потом купить вторую. Она что-то около 500 рублей стоила купить заказа. Ну да. Игрушка прикольная, если тут добавят еще много там всяких уровней, кучу ну, всех это такая... возможностей. Это что-то ой, типа Left 4 Dead. Хилочка, только... а у меня есть, оказывается. Кать, хилку возьми. У меня тоже есть. Тоже она. Есть? Ну, то все хорошо тогда. Ну, пусть боты собирают. Да, у них, походу, тоже. Да, у них тоже есть. У них тоже все есть. Не, в FDF мы играли, конечно, это клевая игрушка. Это классика уже. Кооперативных шутеров, да, наверное? Ну, да. Бля, ну меч у меня, кстати, вообще четкий. Все-таки пауэр это влияет как-то. Бля, сейчас побегут, короче, кис. Да, поняла. Вот они бегут. Ага, отлично. Буду держать как могу. У меня ульта. Могу. У меня ульта есть. Ну, ультуй, посмотрим. Если есть по кому стрелять. Нет. Я тоже утонул. Блин! Ух, ёб твою мать! Чё такое? Так что-то вообще тут? Да, их много. У меня сейчас стрелы так закончатся. Сейчас найдем еще, не переживай. Ой, куда стрелка? Чё, не надо. Главное не умирать. Блять, меня подхилили уже немножко. Как бля, тебя вы... похилить? Я могу не, не надо, у меня нормально, у меня еще больше половины. Так, ну меня ударили тут разочек. Я уже мечом тут пирачу, у меня стрелы закончились. Да. Блин, ну тут вообще месиво непонятно. Вообще месиво, ничего не понятно. А первый акт был, там еще и в большинстве случаев... Ой, тут отравили. Блять, отравили, да, нас. Уходим. Так, где этот? Где этот? Где маг гребаный этот? Ненавижу, блядь, их. Нету никого, что ли? Сейчас спускаемся потихонечку. Так, подожди, я сейчас... Блядь, не падай, кстати, больно. Ну я этот пост тут... А как тут спуститься тогда? Не знаю, где-то смотри, обходик. А, ну вот я вон спустил. Так, мне стрелу найти? Вообще замечательно. Ну слушай, она и мечом неплохо-то крутит. Ну да. Мне бы найти бы еще стрелы, было вообще замечательно. Да сейчас найдем. Осторожно там. Ну у меня хпшка еще полная. Да? Ништяк. Ну да, у меня в принципе... О, опен, что там? Бомб. Бомбу возьмите. Я взял. О, это какая-то херня. А это кидаешь ее и по ней стрелять надо. А-а-а. Так, опять они, что ли, нападать на нас решили огромной кучей, блядь.
Они тут меня похилили немножко. Да? Так, нужна помощь. Где? Тут этот, пулеметчик. Так, все, я убил его, нормально. Ой, все. Ой, помогите, на меня херня какая-то напала. Все, бегу. Все. Ой, блядь, на меня тоже напали. Ой, спасибо. На меня этот, блин, они пустая. На меня, типа, иду. Хищника. Угу, на меня тоже нападал. Сейчас я гномик поднимет. Ох, спасибо. Так, что, надо хилку быстро пить? Да, хилку бей. О, найс, все. Да тут просто чувак такой в доспехах крутых, блин. Ох, ёб твою мать, горю, ой. Нет, ты не горишь. Не должна, по идее. Бля, сейчас взорвется. Нет, не взорвется? Ты взорвется? Да, взорвется. Ладно, нормально. Нету ничего тут? Блин, у меня две стрелы осталось. Две стрелы? Ну, сейчас найдем. А ты не можешь, кстати, да, собирать старые? Нет. Куда ты лезешь? Он отстал немножко от стаи. Но у меня хил закончился. Но у меня тоже закончился. Но у них есть хил. Ну они, если что, нам отдадут. Либо полечат, да. Тут боты такие довольно-таки сообразительные. Что тут, ничего нету? Нету, да, ничего? Хрен что найдешь, да ничего, но нету. Во-первых, что непонятно, куда идти. Ну да. Ой, так, блядь, пулемет. Осторожно. Блядь, это даже не пулеметчик, это еще хуже какая-то херня. Блядь. Все-таки долбанул меня, а? Ну я его ультой убил. У меня даже когда стрелы нет, я почему-то могу ультить. А, ульта есть, да, все равно? Да, три стрелы, да, он нас сейчас пускает. Куда идти-то? Главное, ни стрелочки, да ничего нет, да? В любой простой игре. Где больше врагов, туда идти. Катя уже тут не стесняется. Так, я вижу там бочечки. Ой, что-то тут можно взять. Да, вижу. Стрел нету. Ну да, стрел нету. Иди сюда. Чё ты рычишь-то? Вот чё рычишь-то? Так, ну нам, наверное, всё-таки туда. Да. Да, они тут вообще такие же мерзкие, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, орда идёт. Это что было такое? А у меня бомба была, или что там, я бы скинула. Ой-ой-ой-ой, чё такое? Ух ты, блин, чё тут происходит? Ну какие-то сильные, слушай их. Добиваем мне его. Мне хилку, что ли, дали? Да, мне тоже дали. Отлично. Все, я пробил его. Да, мне тоже надо. Тут главное не умирать. Это понятно. Так, ладно, пойдем к ним. Не будем ходить уже. Пойдем сразу сюда. Блин. Хотя они могут потом прибежать. Это ж такие сволочи. Дайте мне стрелы, так, ну сволочи. Все, даже бегут уже. Все, ладно. Придется драться. Придется принимать бой, блядь. Да мы их же порубаемся. Ох, ебать. Сейчас их будет много. Ох ты, суки, зажали, а? Блять, отравляют, уходи оттуда. Если ты там. Ай, нужно бежать. Они меня зажали. Ты где? Да, блять, пулеметчик. Да, знаю, тут пулеметчик, да. Вот куда-то прятаться. Блять, со всех сторон, блин, охренеть. Их все тут больше и больше. Да. Блин, так хотелось с первого раза пройти, но не знаю, получится ли. Я тут какие-то штучки нашла. Какие? Не знаю. Я какую-то фиолетовую херню выпила. А, ну это там быстрее ходишь, допустим, быстрее. А-а-а. Там что-то, ну короче, стамина быстрее восстанавливается. У меня есть еще какая-то синяя, ну-ка я ее выпью. О! Не, сейчас синяя бы ты не... побежала. Сейчас бы ты не пила, сейчас-то зачем? Да нет, я выпила, потому что у меня хп нету, все, они меня зажали там. Понял. Ну я синюю выпила, я драпанула. Блин, а у нас ни у кого хила нет.
А, так бочка. Да где стрелы, блин? Я без стрел вообще не могу. Ультить-то я могу, а вот стрелять нет. Ну да. Печально. Ладно, сейчас вон там какие-то тоже бочки. Может, там будет что-то? Ой, тут бомба. Бомба нужна. О, бомбу бери, тоже хорошая вещь. В толпу закидывать вообще шикарно. Ну так ты же испугался, когда я бомбу закинул. Блин, ну их тут что-то овер. Ой-ой-ой-ой. Так, помощь, помощь, помощь. Я чуть не заметил этого. Можете? Блин, тут зеленый это. Блин, толстяк, блин, давай, спасай тут, меня быстрее. Тут чувака. Да это меня. Так, все, я жив. Я пытаюсь поднять, тетя. А, поднимай, поднимай, на Е, на Е, на Е. Так, где это, сволочь? Все, убили ее. Все, все живы? Нормально? Да, но у меня хп вообще нету. Ну, у меня тоже мало очень. Нету здесь ничего. Блядь, а чё так вообще плохо-то? Да вообще капец. Я думаю, нам куда-то только... туда идти. У меня только бомба есть так, и это еще ящик. Есть. Давай ящик осмотрим. Так, я тут что-то нашла. Какую-то книжку нашла. А. Что это такое? Ну, это какая-то бесполезная, непонятная вещь. Может, её... Ну-ка, я попробую использовать. Я пробовал, нифига. Ну, а, может, это для... Она, да. Скорее всего, для какого-то персонажа определенного. А как отдать? А как его отдать? А подходишь и на Е, кажется. Нет, не на Е, не на F, не на F. Ну, и чё смотришь на меня так? Не, значит, книгу нельзя отдать просто. Так, ну, блин. Чё-то надо что-то находить, потому что мы так не протянем. Сейчас что-нибудь придумаем. У нас ни хп, ничего вообще нету. А мы вообще в какое-то логово пришли. Блять, жопа опять начинается. Ёшки-матрёшки, блять. Если есть бомба, кидай в толпу. Ульта, хорошо. Как-то так кинуло. Чё, нормально там? Там мы вот тут пытаемся разобраться. Блин, ах, сука. Я просто стою, и они ко мне лезут, а я их рублю, блядь. Тупые свиньи. Ну, их очень много. Вот с нами, с девчонками, тут вроде что-то разбираемся. Сзади, 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 ага, сзади. Ага, вижу, вижу, вижу. Главное, чтобы этих мини-боссов не было. Иначе мы сдохнем все. Там что-то у нас упал, подняли? Да, скорее всего. Че, все? Блять, у меня хп вообще. Вообще нету хп. Да я вижу. Ну, тебя поднимем, если что. Ну, понятное дело, но все равно хп будет падать. Блин, да где стрелы, ёпти мать? Где все хилки, где все? Тут еще дерутся, блядь. Тщательно все осматриваем, может где-то хил что-нибудь найдем, потому что... А, вот, слушай, вижу эти... Тут бочки подсвечиваются, в принципе. О, тут это, что-то... Максим, бери! Ой, сейчас взорвется, уйди! Максим, там бочки, это, короче, иди, здесь ящики, сейчас, аптека сейчас. Есть, быстро иди. Ой-ой-ой, стреляют, стреляют. Катя, осторожно, не умирай. Иди сюда, говорю, возьми хил. Я сейчас под... Если смогу пробежать, я схожу. Быстрее, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, вот, вот, аптека, это, мне кажется, аптечка или что-то. Да-да-да. Я хилюсь. Полностью хп? Твои полностью хп? Нет, не полностью. О, но все равно. Много. Че, этого убили пулеметчик? Слушай, мне кажется, ли тут хил лежит? Нет, это, блядь, это херня. Ты подхилилась тоже, да? Да нет, я не подхилилась. Я не знаю, откуда у меня хил берет. Ну, может, кто-нибудь вылечил тебе. Может быть. У меня так, вообще Кать, патроны, нет. Патроны, патроны, пойдем. Ого. Вот. Вообще красота. Вообще красотища. Можно, кстати, отсюда постоять, пострелять и патроны потом опять-таки взять. Да-да-да. Ну тут их плохо видно. Я тут не вижу уже никого. Да нормально. Я в хвост попала и убила.
Лол. В хвост и в гриву, да? О, походу это опять РД бежит. Я одно своего, двоих, короче. Да, бегут. Я не знаю даже, где стоять. Тут? Сзади пойдут они или нет? Мне вот это интересно. Там, слушай, что-то какая-то склянка есть желтая. Да, я вижу. Я боюсь спускаться пока. Все, пошли, пошли, пошли они, пошли. Я пока издалека буду. Мы тут стоим и стреляем. Опа, пулеметчик. Сзади идут тоже, оказывается. Да, я пулеметчика взорвала. Меч берем. Блять, ни хрена не вижу. Я просто по КД стрелами, потому что тут же... Тут бесконечно, да, вот подбираешь да, стрелы? Да, да, да. Да-да, стреляй, конечно. Блин, они пустоты, они идут и все. Сейчас закончится. Сзади. Там сзади осторожно. Все вроде закончились. Я тут просто двоих. Опа! Да, вот этого надо издалека. С крюком, который. Я просто тупо двоих одной стрелой там бегали. Так, все, берите что патроны и погнали дальше. Нельзя задерживаться, ага. Потому что они не закончатся никогда так. Мы все туда погнали. Так, тут пару чуваков застряли немножко. У меня ульта готова, если что. У меня тоже. Но сейчас бы хил, конечно, бы найти. Так, осторожно. Да хватит его, он умереть не может, упасть не может, вы его добиваете. Блин, надо привыкнуть, что видишь таких ублюдков и не надо к ним подходить. Я все забываю, я вроде как танк, блядь, но у меня есть оружие второе, блядь, дальнее. Короче, какую-то хероту нам надо найти. Интересно, мы вообще долго будем это выполнять задание? Ну, полчаса, наверное, где-то так. В среднем каждое задание. Так. Каждый акт. Что там? Ничего. Ой, бомбочка. Нет, отлично. Отлично. Да я дальних бы сняла, а чего вы? Я не знаю, это эти бегут. О, тут это как бы пулеметчик, Максим, пулеметчик. Ага. Если вы мне поможете тут разобраться. Сейчас, 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 сейчас. Поднимите, поднимите этого. Сейчас. Где? Я не вижу его. Вон спустился, вижу. Все, убила, бля. Отлично. Меня это убьют. На первый не переключилось оружие, забыла. Так. Погнали, Кать. Пойдем тут с этой стороны, да, пройдем. Да, тут да, вроде да. Поменьше их. У меня еще 24 стрелы. Сучаток. Я тут поверху пойду. А, ну давай. Давай, давай, давай. Как раз ящик какой-то. Ой, бомбочку что ли взял? Блин, они прямо из-под меня растут. Могут, могут, да. Было такое у меня тоже. Блять, мощного надо пиздануть. Отлично. Где, где, где? А тут снизу. Блять, опять со всех сторон. Нужна помощь. Я к вам. Блять. Давай. У нас один у лежит просто. Есть. Да не надо, их тут не очень много, просто поднять надо одного. Да я уже. Они еще же идут. Поднимайте, поднимайте бота. Подняли вроде бы. Да, подняли. Что-то у нас маг постоянно умирает. У меня хила, правда, нету дать. У меня тоже нету. У нас вообще ни у кого нет хила. Надо бы там найти. Там наверху вот я только бомбу подобрала и все. О, аптека! Максим, иди быстрее. Ой, ништяк. Максим, быстрее, пока бот не взял. Сейчас, 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 я не могу. Ну быстрее, ну иди сюда. Да я тут дерусь. Меня причем Максим, убивают. Ну, блин, меня убили, Кать. Возьмет. Быстрее прибегите, спасите меня, Кать. Да бежим, бежим, мы бежим. Меня сейчас убьют. Ну, поднимет он. Я просто, я же не мог отойти, потому что я уже начал драться.
Ты встал? Да. Убегай назад, назад убегай. Да нет, у меня же пол хп. Пошли сюда. Пойдем, пойдем, пойдем. Вот здесь хилку бери. Блин, мне надо тоже ее заносить. О, я еще какую-то... А, это книга моя, блин. Да, хилься, Максим, хилься. У тебя хп-то нету, да, толком. Нормально. У нас у бота вот нету ни хрена. Может, ему подать? Или обойдется? Да, ты сдохнешь. И что мы будем делать? Ладно, хилюсь. Ой, блядь! Я же второе оружие быстро. Там этот пулеметчик, да? Бежит. Где, 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 где? Ой. Он тут у меня, оказывается, был, блядь. Ну да, он тебя бегал. Я могу сюда запрыгнуть. Так, у меня стрел 15, так что... Блин, надо находить хилки. Да, без надо, надо, надо. Так, тут сделаем. Что-то есть. Кать, хилка, хилка, иди быстрее. Ага. Короче, а давай я бочку кину, а ты взорвешь. Ладно, не надо, она не взрывай. Не... Это типа зомби какие-то. Но это уже не крысы, а люди просто, блядь. А это что за хуйня побежала? О, у него что-то выпало, Кать. Блядь, нихуя ты мощный. О, иди бомбу и медикаменты бери. Быстрее, Максим. Я взял. Взял? Бомбу я взяла. Это знаешь, это как в Диабло. Но... этот гоблин бегает. Прикольно. Да, блядь, какие-то они мощные вообще стали. Блин, у нас бот умер. Гном. Ой, не гном, а та умерла. Пиздец, чё она не лечилась-то, дура тупая? Максим! Козёл, козёл какой. Да, он козёл вообще такой. Блин, это я так понимаю, что мы уже к финалу близимся? Наверное. Ну, походу, мы не пройдём. Втроём, это пиздец. Так, осторожно. Чё они какие-то злые, блядь? Вообще злые. Они жёстче крыс. Вы где, да, вообще? Я тут борюсь. Потихонечку. Так, бегу к вам. Ты бы похилился. У меня пока нормально еще. Сейчас. Да у тебя мало. Хилюсь. Ты, чё, есть хил, есть бомба. Блядь, они там гномы пиздят. Бедного. Ну мы походу подходим к концу, мне так кажется. Ну главное, чтобы никаких боссов, ничего не было. Да, да, а это так, может быть. Макси, о, есть. Сейчас, так, походу, они еще идут. Тут крысы дальше. Ты что говорил? Угу. Ну чё, они, наверное, сейчас побегут, опять отстреливаемся тут. Да, опять тут. Там, слушай, синюю склянку. Надо идти делать там, включать какую-нибудь херню. Погнали. А, погнали. Делать нечего. Синюю склянку. Склянку взял бы для скорости. У меня есть. У меня тоже есть какая-то склянка. Тут что-то какая-то жесть происходит. А вот смотри, кого-то поднять надо или что? Что это такое? Да, да, ой, отлично. Максим, иди хилку, 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 бери, быстро хилься. Я поднял. Мы ее подняли, есть, да, дай отлично. Ей хил. Взяли, взяли они хилку? Она, да, подлечилась? Взяли. Она этого, слушай, есть, мы ее спасли, как хорошо. Значит, все-таки тут до чекпоинта какого-то, наверное, ну, доходишь? Ну, в ЛФД же тоже так же. Так, как спуститься здесь? Ну, падать? Ну, ну делать нечего, здесь? Ладно, давай. Ну вот здесь, Максим. Ну, вот, а, же, ну все, я сошел. Так, что это такое? Я нажимаю какую-то херню, видимо, защищать меня надо. Защищайте. Сейчас они пойдут. Справляетесь пока? Блять. Пока да. Ох ты ж, блять. А сколько надо нажать-то?
Одну, что ли, эту штуку, или что? Надо нажать и держать, я так понимаю. Вот у меня идет полосочка. Так, меня бьют. Так, давай тыкать тогда. Ты нажимай, я буду защищать. Давай. Она так долго идет? Да, она очень долго. Она причем это, как идет. Я понимаю, не одна. Там вон еще две штуки есть. Гномик, ты, блядь, иди сюда, дурачок. Она у меня вообще не сдвигается толком. Да сдвигается потихонечку. Нет, вряд ли их, конечно, одновременно, да, надо все? Нет, может быть, слушай. Ну, это мы так долго будем делать. Тут написано, что три надо. Три этих надо. Не, ну три-то. Ты вот одну сейчас крутишь, потом еще две. Блять, отходи. Яд. Что, сделала ты, нет? Нет, да там вообще милипизерно, надо одновременно делать, мы так не нажмем ничего. А, так она еще и сбрасывается? Да она вообще там не нажимается толком, там ничего не крутится. Так боты-то не смогут нажать, Кать. Ну иди попробуй нажать, допустим, ту. Вот я пытаюсь тут пробраться. Слушай, ничего, что они меня бьют позже. Ну нажимай тоже. Я нажал. Ну не, быстрее не идет, кис. Мне кажется, все три надо нажимать. А мы не сможем, все три боты не нажмут. Нет, иди ко мне, иди сюда лучше. Сможешь? Или я к тебе? Я к тебе тогда. Нажали, суки. Упади вниз. Подожди, они тут, видишь, придет. Что за херня? Мы так не сможем сделать. Не, сможем. Надо просто. Да они долго очень крутятся. Но в этом и проблема. Блять. Блять. Так, кто это нажал? Я тут пытаюсь крутить. Так, все, я иду тебя спасать. Надо, короче, не давать тебя бить. Но больше выхода нету, только крутить, кис. Может быть, надо вот с первой. А может тут не крутить, а просто надо эту выставить? Точно, блядь! Смотри, тут же видишь шкаф. Да, я понял. Понял, что надо делать? Да. Потому что крутить-то что, это дебилизм, мы это не накрутим ничего. Так, надо сначала, значит, не эту, надо первый круг самый. Я кручу. Надо, блядь! Да, вот этот круг. Блять! Да они меня сейчас убьют, Максим! Да они меня убьют сейчас! Все, они меня убили, блядь! Где ты? Все, вижу тебя. Не упасть ничего не могу. Поднял. Спасибо. Давай, выставляй, я тебя защищаю пока. Сейчас хилюсь. Давай, хилься. Да, блядь, ну похилься ты! Ну чё она не хилится? Как там хилится? На Е. Она не хилится. Сейчас убьют нахуй. Она не хилится ни хера. Блядь, меня сейчас убьют еще раз. Она вообще у меня ничего не делает. В смысле ничего не делает? Она меня затупила. Все, хилишься. Когда затупила? Ну отойдите, вы мешаете. Как-то надо все это включить. Вот, все. Ага. Где вторая? Все, погнали. Я иду за тобой. Вместе. Потому что, блин, смысл их крутить? Я увидела, да. Что да. Да отстаньте вы. Давай, ты сможешь меня прикрыть? Да, сейчас. Сейчас похилюсь еще. Давай быстрее, они идут. Угу. Все, я фуловый. Давай, почти такой, блядь. Какой пидор меня тут бьет?
Yes, отлично. Есть. Давай, все, последнее. Тут что бы вы без меня делали? Вообще не говори. Так, давай, тут чуть-чуть осталось это утонуть. Все. Все. Подожди, ты не... Что там? Кать, выжить надо, иди обратно. Иди сюда лучше, мне кажется, да, тут легче будет. Блять, крысы, дайте пройти. Блин, у всех по хп мало. Ой-ой-ой-ой-ой. Блять, кто-то сзади бьет. Блять, вы чё? Держитесь. Есть. Видимо, все. Все, сбегите, короче. Все, побежали. Я скляночку выпью тогда. Не знаю зачем. Мне что-то еще дали. Все, сюда? А, нет, Кать, вон туда. За мной беги. Вон. Я думала, сюда. Вот сейчас бы мы стояли, просто ходи белых крутили бы бесконечно. Надо быть внимательным же, Максим. Вот без ну блин, обычно же просто зажимаешь, и все. Без меня ты сейчас вообще в 10 лет крутил бы. А я смотрю, синие штуки, и на этих тоже как трубы есть. Ну ладно, самое главное, выиграли. С первого раза затащили. Меня, блин, убили, еще она не хилится ни хера, у меня заглючило. Я нажимаю хилиться, она не хилится, даже не бьет. Второй, блин, опыт нам только дали, мало. Дали... Сколько очков дали? 400 вроде. 400. У меня второй ладу. И сундук какой-то. А, нет, у меня даже почти третий. Почти третий. Ну, короче, 400 плюс 100 еще. Так, а вот эти штуки как открывать-то вообще? Еще что-то дали. Какой-то ящик. Сейчас будешь открывать. Деревянный какой-то. Но. Так, ну, по убийствам я на первом месте. Ты, кстати, тоже много наубивала. 325 целых. Где? 334. 325. Где? Вот же, kills 334. У меня. Не знаю, у меня написано, что у тебя 325. Не может быть такого. У тебя 415. А у меня сколько? 412. Тут, короче, походу, еще какие-то считаются. Ну, ладно, это не важно. У меня только ranked skills, блин, и все. Так, а я вышла, да? А где эти подарки открывать? Вот тут, посерединке. Давай, открывай. Я тоже открою. Какой-то. Open. А их три, да, дают? Да, все так, сразу можно открыть. Какую-то сокровищницу или что это такое? Не, наверху. Если сундучок, то сверху написано, что дали. А, ну наверху дали, короче, какое-то ожерелье. Потом еще какую-то штучку дали. О, я поднимать. Арбалет дали. Арбалет дали? А арбалет, скорее всего, для гнома, Кать. Не для тебя. Воли кроссбов. Может быть. Ну-ка еще один. Открывай, скажешь, что там будет. Опять какую-то медальку дали. Дали мне, короче, топорище. Топорище? Да. Тоже, скорее всего, два не для тебя. Два одинаковых топорища. Только у одного 28... У другого 14. А как тут на себя одеть их? Ай, нажимай. Так. Мне тут какие-то клинки дали. Ну, клинки, может быть, для тебя. Может быть, может быть. Че, ладно, давай закончим. И в следующей серии уже пойдем в последнюю. На данный момент доступную. А, я могу не мечами, а клинками. Но у них тоже стамина 3 и это 5. Понятненько. Че, прощаемся? Ну да, прощайся. В общем, все как обычно, вы знаете, ребятушки. Жмите лайки, ставьте. О, блядь, жмите лайки, говорю. Подписывайтесь на канал, жмите лайки. Оставляйте комментарии. Все как обычно. До новых встреч, пока. Всем пока.